Здравствуйте, с вами Татьяна. Хотела бы сегодня рассказать про свой неудачный опыт с луком Exhibition. Покупала я один пакетик на пробу, посеяла. Вот. И, в общем, он у меня взошел, но взошел не так, как хотелось бы. Там взошло штук 10-11 всего из пакета. Я его открыла и поставила на верхний стеллаж на окно. Там вроде как попрохладней, хотя я сомневаюсь. Вот, стоял, я его решила убрать в пакет. Ну, сделать типа теплички в пакете. Думаю, может, еще что-то зайдет. В итоге через неделю я посмотрела. Мой лук Exhibition благополучно, все, что было, как говорится, взрощено, все упало и лежало на земле. Ну, что мне пришлось его выдернуть и выбросить в грунт. Так что если увижу Exhibition, попробую посадить прямо непосредственно в грунт на даче. Ну, если не увижу семена, то, соответственно, сажать ничего не буду. Ну, в плане лука Exhibition. Ну вот, таким видео хотела поделиться своим неудачным опытом. Ну, на этом все. Пока-пока.